Вот эту вот переднюю мы решили заводскую сюда поставить на место. Вот. А дальше обклеить вот такой красотой. Она армированная, достаточно жесткая. Думаю, подойдет. Вот на вот эту мастичку боди 3/9 греческую мы и приклеили. Вот кое-где тут небольшие излишечки вышли. Ну, это не важно, не страшно. Держится она очень даже хорошо. Вот, это видно, она не отходит. Уже начала подсыхать, полимеризоваться. К вечеру, я думаю, уже она, как говорится, станет мастичка. Вот, дальше надо оклеивать сюда. Вот, это у нас практически вот до стойки закрывает крышу. Остальное надо оклеивать вот этой вот красотой. Смарт называется. Довольно жесткая мастичка, но ее надо будет прикатывать валиком и греть феном. Для того, чтобы она, так сказать, показала себя с нужной стороны. Это будет немножко другая работа. Пришлось растопить печурку, дабы прогреть немножко гаражик, машинку, и вот положил над печкой, чуть пусть она как бы в режим войдет. Ну, это ерунда, вон он фен у нас есть, строительный, 2,5 киловатта, или 2, ну, не важно. Вот им прогревать и клеить, и мало того, что руками это не прикатывается, не нашел я каталку, но вот вышел из положения, 20 миллиметров ширина. Вот такие ноги, ими вполне удобно и комфортно можно прикатать, потому что клеить руками это одно, а вот прикатывать таким каточком это совсем другое. Вот, и как бы все специалисты советуют, что нужен вот такой каточек, вот, и он по идее у меня есть, так что все нормально, можно клеиться и прикатываться. И берем, прикатываем его. То есть сначала погрели феном, протопили гараж. Вот, слегка там прошлись, и вот он четко, как по линейке. Вот он подходит. И как раз никаких ни пузырьков, ничего нет. Идеально просто клеится. И вот так вот его вот раскатываем, и как мы видим, получается просто шикарно. Нигде ни пузырьков, ни пропусков, ничего. И колесико себя оправдало. А то кинулся, нечем прикатывать. Красота. Единственное, сейчас второй кусочек придется подрезать, потому что два куска тут останется небольшой излишек. Вот. Ну, это как бы не страшно. Идеально. Просто идеально. Прогреваем мы вот эту вот вторую часть. Вот он наш главный научный сотрудник. Самое главное — сделать умное лицо, как я говорю, а то ничего не получится. Вот, прогреваем. Вторая уже будет у нас поуже, поскольку по ширине она не совсем подходит. Вот это пока что излишек, ну, возможно, мы его порежем на кусочки и куда-то тоже определим. Ну, не выкидывать же, лучше все пустить в дело. Вот, я думаю, тут найдем, куда еще прилепить что-нибудь по мелочи. Вот, хотя бы вот здесь впереди, может, кусочками пустить немножко. Вот эта мастика уже стала колом. Вот она уже не пускает. Уже вот этот вот лист уже надо, если что, отдирать. Так он не снимется. Ну вот.
Разливается потихоньку все. Как асфальт красивый становится. Гудрон полил, то так же он блестел. Вот он все получилось. Вот такая красотень получилась. Немножко со сдвигом, но как бы ничего. Я еще потом по совету друзей немножко прогрею феном. Вот. С крыши. И немножко прикатаю по-теплому. И осталось у нас немножко вот там место. И немножко вот здесь. И, естественно, осталось немножечко как бы лишнего. Вот кусочки. Сейчас мы их просто дошлепаем на свободное место. И опять же вот этим волшебным чудо-роликом прикатаем, чтобы было хорошо. Ну и потом уже можно будет собирать, ставить потолочек на место. Вот еще кусочек остался. Вот эти вот остатки с того листа мы запустили вперед к водителю и к пассажиру. И еще у нас он там остается сзади просветик, куда можно запустить еще один вот этот остаточный момент. Тоже лучше его порезать кусками, хотя бы пополам, чтобы было удобнее работать и клеить. Вот, распределили все кусочки. Оказывается, лишнего ничего нету. Все наклеилось. Все ровно, все красиво. Теперь можно собирать потолок. Вот, оказывается, если немножко подумать, то не обязательно покупать инструмент, а он, в принципе, у нас может быть всегда под рукой. Вот, в частности, вот это колесико послужило накаточкой. Вот, всем спасибо за внимание и до встречи. Послесловие. Почему мы назад, так сказать, взялись оклеивать другим материалом? Потому что вот этот уже... Еще раз повторюсь, машинка делалась от града, вот, все истыкано крючками, они решили вот взять сделать. Это утяжелило конструкцию, и уже оно разрушенное. Поэтому нам надо было найти какой-то аналог. Ну и в связи с тем, что потому что, вот еще раз мы видим, пришлось, так сказать, уже забраковать вот это вот истрепанное, так сказать, месиво, и купить пару листочков. Они недорогие, по 300 рублей лист, в принципе, как бы ничего страшного. Вот, ну, в общем-то, и все.